Мы в прямом эфире. Меня зовут Мария Владимирова. Я вам готова сказать «Алло, студия, здравствуйте». Телефон прямого эфира 2-11-45. Звоните и рассказывайте о ваших неприятных ситуациях, которые возникли с вами на этой неделе. Ну, сегодня неделя только началась, так что понедельник, как говорится, день тяжелый. Быть может, что-то и случилось, а быть может, у вас существуют проблемы, которые тянутся уже не один день. 2-11-45, наш телефон, дозванивайтесь. Ну, а наши редакторы будут уже звонить ответственным лицам, чтобы те держали ответ перед вами. Более того, вы можете оставлять ваше обращение на нашем сайте trksever.ru в рубрике «Алло, студия», либо на страничке ВКонтакте. Кстати сказать, вопросов уже поступило очень много, поэтому программа обещает быть сегодня насыщенной. Что ж, дорогие друзья, начать я хочу с нашей с вами любимой темы. Это гололед, это снег. Это неубранный от зимних стихий город Нарьян-Мар. Сразу хочу передать привет управляющей компании «Чистый город», которая очень сильно любит меня и говорит, что я им очень сильно надоела. Но я думаю, мы с вами, дорогие жители города и округа, будем добиваться истины все вместе и в рамках программы «Алло, студия». Тогда мы продолжим коммунальную тему чуть позже, пока примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Какой у вас вопрос? Я хотела бы поделиться с вами такой проблемой, с которой столкнулась не так давно. Так. Дело в том, что я обратилась в отдел по назначению выплат семьям с детьми. Угу. Хотела оформить детское пособие на своих детей. Предоставила, как мне казалось, полный пакет документов. Угу. Но там были справки о моих доходах. Справка о составе семьи, подтверждающая тот факт, что дети проживают со мной, и копии документов. На что мне в отделе сказали, что это документы не все, поскольку я прописана в квартире вместе со своими родителями и братом, я должна предоставить справки о их доходах. Такие изменения вступили в законодательство с этого года. Так. Но меня, конечно, этот факт очень огорчил, потому что с родителями и с братом мы не ведем общий бюджет, мы проживаем отдельно, хоть и прописаны в одной квартире. Как бы финансово друг от друга мы никаким образом не зависим, да, и на сегодняшний момент с двумя детьми, находясь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, мой доход составляет, ну, грубо говоря, 18 тысяч. Получается, если мой брат, к примеру, зарабатывает очень хорошо, да, или там родители, то я вроде как на это пособие не могу рассчитывать. Но в то же время вы не можете воспользоваться средствами, которые зарабатывают ваши родители и ваш брат. Да, совершенно верно. Все логично. Ирина, я вас благодарю за звонок. Мы сейчас свяжемся с Управлением социальной защиты населения, чтобы они объяснили, что за такой интересный порядок. Потому что я тоже заинтересована, и мне тоже предстоит оформлять пособие, потому что ноги еще никак не донесут и не доведут. И вот, в общем-то, обеспокоилась я. Спасибо вам, Ирина. Сейчас мы дозвонимся в Управление соцзащиты и получим ответ. А пока дозваниваемся, я все-таки продолжу ту самую коммунальную тему, чтобы, не знаю, лишний раз напомнить нашим коммунальщикам о том, что количество работающих граждан на объекте не всегда говорит о качестве проделанных работ. Я попрошу режиссера вывести фотографию, которую нам прислали наши телезрители, кстати говоря. Вот, смотрите, это в районе, где-то вот тут недалеко, да, на Ленина. Один трактор работает, и стоит куча сотрудников в оранжевых жилетках, и все очень внимательно наблюдают за происходящим. Что там происходит, нам, к сожалению, непонятно, но факт остается фактом. Вот эти кучи снега, и не только около этого дома, продолжают оставаться на своих местах. Так что управляющим компаниям, компании «Чистый город», предстоит еще очень много работать по уборке снега. Еще раз напоминаю, что количество людей на объекте не всегда говорит о качестве проделанных работ. И в продолжении снежной темы, пока мы звоним в соцзащиту, вопрос к нам пришел ВКонтакте на нашу страничку в группе. «Почему никто ничего не делает вовремя?» Максим Никитсон спрашивает. Имею в виду то, что опять не убрали снег с крыш. В этом году снега очень много. В том году плавали, а в этом что делать будем? Вывозить-то его стали, но опять же поздно и так далее. То есть люди уже отчаялись, где искать правду. Мы сегодня попробуем вновь дозвониться в компанию «Чистый город». Еще было бы интересно узнать, в каком доме проживает Максим, дабы понимать, какая управляющая компания отвечает за уборку снега. Мы дозваниваемся в соцзащиту. У них пока занято, вот как мне поясняет режиссер, наш редактор продолжает дозваниваться. Снежная тема, детские пособия, то, что мы сейчас с вами разбираем и на что мы ищем ответы. 2-11-45 наш телефон, так что также задавайте вопросы на нашей страничке ВКонтакте и на сайте ТРК «Север»
ру в рубрике «Алло, студия». Кстати говоря, есть у нас тоже вопросы в рубрике «Алло, студия». Отвечу пока на один из них, для которого мне не требуется помощь редакторов. В общем, куда не надо, когда не надо звонить. Интересуется житель Нринмара, улицы Зеленой. Зовут его Дмитрий. Он хочет узнать, триколор не работает, что делать? Ну, я вам хочу посоветовать, прежде всего, наверное, вызвать мастера, настройщика телеканала «Триколор», чтобы они посмотрели, в чем причина. Быть может, это вовсе какая-то техническая неполадка, которую нужно устранить специалистам. А если вас интересует конкретно какой-то канал, то давайте уже будем разбираться с вами вместе. 211-45 наш телефон, мы дозваниваемся в соцзащиту. Нам нужно выяснить ситуацию по детским пособиям. В любом случае, мы в течение эфира туда дозвонимся. Я хочу в студию пригласить своего коллегу. Почему я хочу его позвонить? Он только что вернулся из одного очень интересного места. В нашу редакцию обратились жители города, которые проживают в ужасных условиях. Виной всему стал пожар, который 3 года... Он не уничтожил квартиру. Квартиру эту залили, когда устраняли пожар в другой квартире. Что произошло дальше с этой квартирой и с людьми, которые в ней проживают, мы сегодня узнаем у моего коллеги Олега Танзейского. Олег, привет, проходи, пожалуйста, в студию. Олег, у привет, нас... Привет, Мария. Да, с поля боя сразу. Да, с поля боя, вот только что приехала, поэтому сразу приглашаю. Рассказывай, где ты был, что там у людей в рамках программы «Алло, студия», будем искать ответ. Ну, сколько бы я ни снимал, куда бы ни ездил, вот такое, честно, видел впервые. Это просто ужас. Начну издалека. 2009 год, Южная, 36А. Горит квартира номер 12. Угу. Дальше огонь не распространяется. Пожарные тушат в квартире пламя, но заливают нижнюю квартиру номер 10. Естественно, приходит сразу же справка, выдают справку семье, что квартира непригодна для проживания. Угу. И мэрия им предоставляет жилье в маневренном фонде, при этом обещая супруге хозяина квартиры, угу, что да, ремонт мы в течение 3 лет сделаем, и придете уже в новенькую квартиру. Люди живут 3 года, а затем их переселяют обратно в квартиру. Угу. Люди в шоке от увиденного. Давай посмотрим, да? Абсолютно никакого ремонта. Вот самые последние кадры. Это вот то, что ты привез. Это буквально сейчас 2 недели назад у них провалился... это унитаз. Ну, он должен быть здесь, по крайней мере. Так. Он внизу, под землей. Это вот после отремонтированной якобы квартиры. Это после якобы отремонтированного ремонта, да. Так. Полы просто не выдерживают. Валится все, прогнило. И вот это называется ремонт после пожара. Дальше хуже, на самом деле. Вот мужчина недавно увидел... Это что такое? Это червь по ванной ползает. О, боже мой. Это вот червь, самый настоящий дождевой червь. Откуда он там? Ну, мужчина сказал, что выполз из-под унитаза. Ага. Это съемка во время пожара, когда тушили пожарный огонь, квартиру заливало. Вот смотри, какие условия, да? Да, понятно. И вот теперь представь. 3 года прошло, они заезжают в те же самые условия. Еще хуже. Ремонт делают самостоятельно. Плитку, обои и так далее. Угу. При этом, конечно же, куча обращений было в администрацию, где всего лишь непонятные ответы, непонятные справки, законы и так далее. В общем, ответа он не нашел и сегодня решил обратиться к нам. Ну, действительно, квартиру-то мужчина получит с женой, на самом деле. При этом живет он с женой, которая беременна, еще и ребенок маленький, 9 лет. Хочется просто понять, почему за 3 года не был произведен ремонт. Давайте будем звонить. Куда мы звоним? Управление городского хозяйства. Мне сказали, что это они отвечают и должны знать вопрос, ответ на этот вопрос. Ага. Давайте попробуем позвонить. Сейчас мы пока в соцзащиту дозвонились. А, дозвонились. Угу. Хорошо. Алло. Так, к сожалению, у нас короткие гудки. Давайте попробуем сейчас дозвониться по поводу вот этой картинки, да, которую мы только что увидели, управление городского хозяйства. Да, нужно дозвониться до Игоря Валентиновича. Игорь Валентинович, Игорь отлично. Валентинович. Игорь Валентинович, сейчас будем искать ответ на этот вопрос, а следом мы дозвонимся в соцзащиту, попробуем. Игорь Валентинович, наши редакторы сейчас найдут номер телефона, дозвонятся, а телефон в студии 211-45. Звоните и рассказывайте о ваших приключениях. Я, кстати, тоже сегодня попытаюсь до него дозвониться и записать интервью с ним, чтобы вечером выпустить уже готовый материал на эту тему. Да, чтобы люди уже смогли. Есть у нас пока телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай. Очень приятно, Николай. С чем вы к нам обращаетесь? Да, я немножко на другую тему. Так. Так. У нас есть хлебозавод, да? Угу. Есть АПК... молоко, которое выдают эту продукцию, да? Мы эту продукцию видим почти во всех магазинах, да? Так. Есть мясокомбинат.
тоже продукцию, которую мы везде видим, во всех магазинах. И каждый день вот. И есть рыбак колхозсоюз. Вот, тоже округ, вроде в округе для зарегистрирована, работает, но ее продукцию нигде не видим. И сейчас еще им строят рыболовецкое судно в Турции, начинает стоить на 1 000 000 000 рублей. И куда эта рыба девается? Вот рыбак колхозсоюз, она в море ловит рыбу. И куда эта рыба девается? Хорошо, Николай. В округе мы ее не видим. Мы выясним, мы в рамках сегодняшней программы попытаемся дозвониться до рыбака колхозсоюза, чтобы узнать... Это надо губернатору обратиться, собрание... Ну не губернатор же, не собрание депутатов эту рыбу здесь на прилавке выкладывают, правильно? Мы для начала позвоним в рыбак колхозсоюз, а если нас с вами не устроит ответ, мы пойдем дальше. Такой ход событий устраивает? Ну да, да. Давайте. Довести до логического завершения. Доведем. Николай, доведем и дозвонимся. Спасибо большое Николаю. Давайте будем дозваниваться в управление городского хозяйства. Сейчас мы дозвонимся. Звонков очень много, вопросов очень много. В рамках сегодняшней программы нужно успеть сделать все. Более того, есть вопросы, которые нам на сайте вы оставляете. Есть вопросы еще на страничке ВКонтакте. Так что разбираться очень много есть чем. К сожалению, пока что все телефоны заняты, и мы не можем никуда дозвониться, но я думаю, что сейчас у нас все получится, и мы получим... Алло? Алло? Управление городского хозяйства. Здравствуйте. Вас беспокоит телеканал «Север», это программа «Алло, студия», мы в прямом эфире. Мы хотим поговорить с вашим сотрудником, которого зовут Игорь Валентинович. Алло? Переводит. Да. Такая веселая, ненавязчивая музыка. Наверное, предупреждают. Очень хочется. Скажу тебе честно, я звонил сегодня уже 5 раз, наверное, ни разу не дозвонился. Да. Ну, сейчас давайте я могу поговорить на этой музыке, потому что все-таки хочется услышать. Мы можем понимать, что сейчас передадут о том, что это телеканал «Север». Алло. Нет никого на месте, кто не отвечает. А вообще были сегодня с утра? Да, были. Они просто по объектам часто, по квартирам ездят. А, да? А когда будут? Вот по этому поводу ничего не могу сказать. А мобильными телефонами вы не располагаете, да? Нет. Ладно, спасибо. Мы еще попытаемся позвонить в течение часа. Спасибо вам большое. Олег, ты говоришь, что ты уже сегодня звонил, да? Ну, мало, не то, что звонил. Я даже позвонил и предупредил. Оставил свой телефон, оставил тему и попросил, чтобы они обязательно сегодня перезвонили, потому что так как также в этой теме заинтересованы. Если же нет, никто не перезвонит, то, естественно, мне придется выдавать в эфир материал без их стороны. Потому что, действительно, если они не перезвонят, значит... Алло. Защита, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария, это программа «Алло, студия», телеканал «Север», мы в прямом эфире. К нам позвонили граждане, жители города со следующим вопросом. При оформлении детских пособий, вот эти до 1,5 лет, которые, да, выплачиваются, помимо того, что требуют справки о доходах мамы, папы и детей, еще и, значит, потребовали справки родителей, с которыми она прописана в квартире, и брата. То есть почему у нас сейчас так? Нужно предоставлять справки о доходах всех членов семьи? Это не до 1,5 лет, это получается детское пособие. Детское ежемесячное пособие, так. Сумма которого 828. Да. Вот, и у нас по 44-му федеральному закону. Так, минуточку. Да, давайте. Так, по 44-му федеральному закону, статья 13, состав малоимущей семьи, относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, дети и родители, усыновители, усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы. То есть, получается, а если, знаете, часто же бывает такая картина, люди прописаны в одном месте, а с родителями не проживают, как тогда быть? Ну, если... Можно как-то подтвердить этот факт, что они живут отдельно? Ну, часто есть дом, да, например, где прописана вся семья. Ну, судебное решение тогда, что родители не проживают. То есть молодая семья не живет со своими родителями вместе?
Да-да-да. Ага, то есть это еще судебную тяжбу нужно пройти, чтобы оформить такое пособие. А давно ли такие изменения, скажите, пожалуйста? Так, такие изменения у нас... 1 января 2015 года. А, то есть совсем свежее, и просто еще люди не знают об этом? Ну, многие, да, не знают об этом. Многие не знают об этом. Угу. Так, спасибо вам тогда большое за ответ ваш. Мы, по крайней мере, получили и узнали, что это за федеральный закон, почему так происходит, потому что тоже есть обращение, люди не понимают, как так. Ведь они же не могут рассчитывать на доходы, например, своих родителей или своего брата. Вот, но в то же время им... А, кстати, какой доход должен быть, чтобы пособие сейчас оформить? Так, звонка, к сожалению, нет, а очень бы хотелось нам узнать... Ну что ж, ладно. А, давайте еще попробуем дозвониться до чистого города, чтобы понять по крышам... Кстати, Олег, у тебя была программа. Пока дозванивайтесь, хочу еще сказать, забыла отметить. Почему мужчина, который живет на Южной, решил обратиться к нам? Так. Когда уже унитаз наконец-таки провалился, он позвонил в городскую администрацию, попросил назначить встречу с Татьяной Васильевной Федоровой, угу. Потому что она должна была принимать решение о переселении или хоть каких-то мерах. В итоге назначили встречу на пятницу. Чистый город. Алло. Чистый город. Алло. Алло. Алло, да. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А, это прямой эфир, программа «Алло, студия», Мария Владимирова. С кем бы я могла поговорить по уборке города? 420-53. 420-53, спасибо большое. Сейчас перезвоним. Олег, продолжай, пожалуйста. Мужчина благополучно пришел в пятницу на прием к Татьяне Васильевне Федоровне, на что ему ответили. Извините, пожалуйста, Татьяна Васильевна Федоровна уехала в командировку. Именно в тот день, именно в тот час, угу. Когда мужчине была назначена с ним встреча. Ну угу. И уже, естественно, мужчина на эмоциях позвонил нам. Так, а может быть, нам попробовать позвонить в мэрию прямо, узнать? Почему? Да. В принципе, можно попробовать. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит Мария Владимирова, телеканал «Север», программа «Алло, студия». В прямом эфире мы с вами работаем. А люди опять спрашивают про уборку снега, и почему-то опять чистый город, дорогой, любимый, вспоминают. Вот скажите, пожалуйста, кто бы мне мог прокомментировать эту ситуацию? Ой, сейчас я посмотрю, кто-нибудь там есть или нет. Давайте. Наверное, все на уборке снега находятся. Сейчас посмотрят. Вот. А мы уже узнаем. Снова предупреждают. Да, снова предупреждают. Видите как? Алло. Алло. Алло, вы можете позвонить 420-24, вас переведут на директора. Ага, прямо на директора. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Вот видите, какие у нас приключения. Ну ничего, мы все равно добьемся ответа. Олег, продолжай. Ну, в принципе, здесь пока что история вот такая. Пока не дозвонились до управления городского хозяйства, дальше, я думаю, выводов делать не стоит. Спрашивал насчет крыш, которые на домах. Вот сейчас мы, кстати, в чистый город. Они... Чистый город. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит Мария Владимирова, телеканал «Север», в прямом эфире программа «Алло, студия». 420-53. Девушка, мы уже пальцы сломали, набирают различные номера чистого города. Это бухгалтерия, я вам ничем не могу помочь. Перезвоните 420-53. Спасибо, спасибо. Мы только что, дорогие друзья, звонили по номеру, который нам передали, да? Что мы с вами услышали? Позвоните по этому номеру, вас соединят с руководством. А давайте еще раз позвоним. Вот это такой аттракцион, понимаете? Чистый город нас с вами заставляет немножко повеселиться. Видимо, ну вот такая работа у них. Крыши, чистый город несет ответственность? Нет, чистый город здесь ответственность не несет, потому что уборкой снега с крыш занимается управляющая компания. Угу. Проблема есть действительно. К сожалению, на мою программу представители управляющей компании не подошли, но они сказали мне телефону. Да, мы знаем, да, угу. Мы должны убирать. Проблема в другом. Нет специалистов, нет так называемых альпинистов, кто угу. бы смог это делать. Да. Кстати говоря, чистый город теперь кладет трубку, не желая общаться с нами. А мы вот что сделаем. Олег, ты меня выручишь, если я тебя сейчас отправлю с камеры в чистый город? Выручу. Давай, тогда ты в чистый город поезжай и попробуй там записать комментарии. Давай просто предысторию расскажем. Около нашей работы, около нашей телевидения люди падают, ломают руки, ноги. Я так понимаю, это компетенция чистого города, дворовой территории. Самый последний момент. Пятница. Я смотрел в окно,
И случайно увидел, как шел дедушка пожилого возраста, упал, ударился головой, вышел, у него идет кровь. Это полнейший ужас. Я позвонил в чистый город, а мне сказали, так, дорога возле чего вы говорите? Я сказал, возле первой школы и Титаником. Они сказали мне, нужно посмотреть, кто обслуживает. Записали телефон, пообещали перезвонить. В итоге не перезвонили. Через час я шел по этой дороге, посыпали, но только участок в 2 метра, где подскользнулся дедушка. Остальную дорогу оставили без действий. Все. Тогда ты сейчас отправляйся в чистый город, да. За комментарием. А потом мы будем ждать здесь или оттуда по телефону. Давай, или оттуда по телефону. Все. Спасибо. Спасибо, Олег. Мы продолжаем программу «Алло, студия», 211-45, наш телефон. Есть звоночек, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Любовь. Любовь, очень приятно. Любовь, какой у вас вопрос? Знаете, у меня, Мария, такой вопрос. В 2013 году вот я приобрела квартиру по программе субсидирования. Так, по окружной программе, да? По окружной программе, да. Угу. Мне полагается возмещение части процентов по ипотечному кредитованию. Так. Но, к сожалению, что-то случилось, и вот на протяжении уже последних 3 месяца никогда вовремя эти проценты не возмещаются. Угу. То есть я буквально звонила на днях в четверг, попросила объяснить, почему. Угу. Вот у нас соглашение стоит до 25 числа, а все время приходят они позже. Угу. Либо в следующем месяце уже была такая задержка. Сказали, все, ждите на следующий день, они должны вам прийти. Я пришла, хорошо, что я проверила, потому что у меня снимается кредит, да, вот, никаких поступлений не было. Вот хотелось бы уточнить этот вопрос, потому что никакой вообще нет четкой организации в этом вопросе. И знаете, бывает такое, что 1 месяц вообще не перевели. Вообще не перевели, а потом, когда стали выяснять, оказывается, неправильно, они что-то там посмотрели себя в программе, и вот за месяц мне потом перечисляли уже в следующем. Хорошо, Любовь, мы сейчас попытаемся связаться с ведомством, которое занимается перечислением этих самых процентов. Я, кстати, тоже участница этой программы, тоже завязана и абсолютно подтверждаю все ваши слова. Так что сейчас будем выяснять. Спасибо. Спасибо вам большое, Любовь. 211-45, телефон прямого эфира. Это программа «Алло, студия». Мы принимаем ваши телефонные звонки и пытаемся ответить на интересующие вас вопросы. Мой коллега Олег Итанзейский отправился в компанию «Чистый город», потому что по телефону они с нами общаться не хотят. Как вы сами слышали, как минимум 4 номера, наверное, мы обзвонили, дабы понять, почему у нас не убираются улицы города, почему люди падают, ломают руки, пробивают себе головы, и никто, в общем-то, этим не обеспокоен. Я тоже могу сказать, что, потому что я хожу много очень по городу, прогуливаясь, что город действительно находится в очень скользком состоянии. И очень скользкая, неприятная ситуация выходит из-за того, что у нас коммунальщики вовремя не убирают тротуары. И забыла, как зовут молодого человека, который спрашивал, Максим, про крыши. Ну, крыши, вот как мы выяснили сегодня, это все-таки компетенция управляющих компаний, которые занимаются обслуживанием того или иного дома. Спрашивать нужно с них, ведь все-таки мы платим денежки за так называемое обслуживание, и я так полагаю, что достаточные средства мы перечисляем, чтобы коммунальщики пришли и убрали с крыш снег. Так, мы пока дозваниваемся в Рыбак колхоз «Союз». Был у нас вопрос от Николая. Чтобы понять, почему. Ждем. Рыбак колхоз «Союз». Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария Владимирова, это телеканал «Север», программа «Алло, студия» в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, с кем бы я могла выяснить вопрос по продукции, которую «Рыбак колхоз «Союз» вылавливает, но очень мало реализует в Нарьян-Маре, вот жители спрашивают. Да, да. Мало. Они вот говорят, мясопродукты можно купить в различных магазинах, молочку в различных магазинах, хлеб в различных... А у нас свой специализированный магазин, все продается. Зачем нам несколько, если у нас свой магазин? Мы там все реализуем. Ну, вот вопрос в следующем. Вот слушайте, пожалуйста, меня. Вопрос в следующем. Неужели вот такие маленькие объемы у «Рыбак колхоз «Союза», что только для прилавков одного лишь магазина их достаточно? Либо куда-то еще идет на сбыт продукции? Никуда не идет. Так, я, конечно, ничего не буду отвечать вам. Вы перезвоните это, ну, вот и сегодня, и завтра не выяснить, конечно, этот вопрос. Алексей Алексеевич на сессии. Вот, Владимир Васильевич, я не знаю, сегодня он, если только завтра с утра вы перезвоните. Да, вот только жалко, программа-то у нас сегодня выходит в прямом эфире, да, она будет еще у нас 25 минут идти, за это время никто не появится, да? Ну да, просто вот... Ладно, ну, хорошо, мы тогда завтра позвоним и попытаемся или послезавтра записать тогда телефонный разговор, чтобы в следующей программе ответить. Попробуйте. Спасибо вам большое.
Спасибо. Я думаю, что Николай все-таки не остался удовлетворен ответом. Вот видите, как нам сказали сотрудники Рыбак-колхозсоюза, что вся продукция, которую они вылавливают, находится на прилавках одного фирменного магазина. 2.11.45. Давайте позвоним по жилищной субсидии. Получим ответ, почему идут перечисления денежных средств с задержкой на протяжении уже нескольких месяцев. Вот сегодня такая миссия у нас – выяснять. Выясняем. Так, есть звонок, да, у нас? Ага, мы набираем. Напоминаю, что вы можете задавать ваши вопросы на страничке ВКонтакте ЦРК «Север». Также вы можете задавать вопросы на нашем сайте в рубрике «Алло, студия». Там у нас, кстати, есть вопросы. Мы сейчас попытаемся тоже дозвониться, чтобы дать ответы людям. На них вы спрашиваете. Наше дело отвечать. Наше дело маленькое. Дозваниваться и спрашивать ответственных лиц, чтобы они поясняли ситуацию. А сейчас мы с вами дозваниваемся в социальную защиту. Да, сейчас будем дозваниваться. Проценты – дело такое, люди ждут. Так, занято в соцзащите. Будем дозваниваться и дальше. Очень мне не терпится увидеть моего коллегу Олега Хатанзейского здесь с интервью компании «Чистый город», а может быть, услышать его по телефону во время прямого включения. Что ж там такое происходит у них, не совсем понятно. 2.11.45 – наш телефон, звоните и рассказывайте. Мы будем искать ответы на ваши вопросы. Активнее используйте электронные средства общения. Вот. Потому что очень... Так, мы не можем пока дозвониться до компании, которая отвечает за выплату процентов по ипотеке. Ладно, будем дозваниваться. Тогда вопрос, который к нам пришел на сайт. Молодой человек по имени Максим интересуется. Здоровается прежде всего и спрашивает... Скоро ли будет мост в Тельвиску? Вот вопрос интересный. Давайте попытаемся узнать, скоро ли будет мост в Тельвиску. У Максима есть еще один вопрос. Ну, давайте пока с одним разберемся, про мост. Если не получится сейчас дозвониться, будем вытекающий вопрос, который нам тоже задавал Максим на сайте. Мы куда дозваниваемся? А, есть звоночек. Здравствуйте. 2.11.45 наш телефон. Сейчас мы примем телефонный звонок. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина. Очень приятно, Галина. И какой ваш вопрос? Вот, у меня следующий вопрос. У нас в пятницу управляющая компания, служба заказчика решила хорошее дело сделать, снег с крыши счистить. Так. Вот, и снега было очень много, и он как попер этот снег, ограждение сломал. У нас дом деревянный. Так. Упала такая глыба на козырек, козырек сломался. Ну и что, это было в первой половине дня. Козырек откинули в сторону, он так лежит. Снег это тоже всю территорию вот второго подъезда занял. Я звонила диспетчеру, управляющую компанию. После обеда приезжал мастер, посмотрел, сказал, что в понедельник, конечно, козырек сделают, но он до сих пор вот как лежал, так и лежит. По поводу снега посоветовали обратиться в «Чистый город». Так, чтобы убрали тот снег, который с крыши упал. Да, да. Но ничего так и не было. Сегодня утром я снова в 7 утра звонила в диспетчерскую службу заказчика и говорила, мы тогда будем телекомпанию приглашать, пожалуйста, сделайте. До сих пор козырек вот лежит, я даже сфотографировала, снег так и не убран. Давайте, Галина, сделаем следующим образом. Наша съемочная группа подъедет к вам, но сейчас мы тоже будем звонить в службу заказчика, чтобы понимать, почему... Они действуют таким образом, бездействуют, да, правильнее будет сказать. Да, я вас только очень попрошу, вы сейчас трубку не кладите, а нашему редактору, Ирина, девушка зовут, оставьте номер телефона службы заказчика, чтобы мы уже не искали его, а сразу дозвонились, хорошо? 4-19-24. 4-19-24. Да. Спасибо вам большое. Еще раз напомните адрес, я сейчас запишу, чтобы мы могли отправить съемочную улица группу. Ленина, дом 54А. Ленина, 54А. Да, там увидите, там есть все-то. Хорошо, хорошо, мы съемочную группу к вам отправим, и спасибо. Хорошо. Да, и сейчас будем мы дозваниваться еще в управляющую компанию. Звоним
Господин режиссер, куда мы дозваниваемся? А, то есть отмечу, заберет по графику. Алло. Скайрос заберет, потому что он третью яму забрал, говорит, еще застрял там, а вторую, первую не трогал. Так, я не совсем поняла, куда мы дозвонились. Давайте будем так. Давайте мы дозваниваемся по процентам за ипотеку. По порядочку, чтобы мне понимать вообще, куда мы звоним. А наш телефон 2145. Звоните и жалуйтесь. Алло. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Ждем. Мы все в ожидании. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это вас снова беспокоит программа «Алло, студия». Мы вам уже сегодня звонили. Угу. Снова вопрос адресован почему-то вот вам. Так вот складываются сегодня звезды, карты, не знаю что. Спрашивают, значит, Любовь с таким вопросом. Не вовремя приходит компенсация за проценты по ипотечным кредитам в рамках окружной программы мер соцподдержки при кредитовании, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Да, да. Объясните, пожалуйста, почему идет задержка в соглашении, которое заключено между покупателем квартиры, участником программы и округом, есть срок до 25 числа каждого месяца переводятся проценты, а уже который месяц идет выплата с задержкой. Почему такое происходит? Ну, смотрите, у нас просто задержки эти два месяца в связи с передачей полномочий. То есть управление строительства и ЖКХ, да, эту выплату передали теперь в отделение соцзащиты. Вот. И в связи там с некоторыми там непринятием нормативных документов, в общем, кое-какие запинки у нас происходят, поэтому вот ну такая ситуация. Ну, уже с следующего месяца я думаю, что все уже выровняется. Я почему вот хочу, да, немножко на опережение сказать. К нам тоже люди обращаются на телевидении очень часто с таким вопросом. В соглашении прописан срок, который, получается, нарушается, да, сейчас в силу определенных обстоятельств. Вот все это понимают, да? Но в то же время, если человек по каким-либо причинам на один день, например, просрочил кредит, ему уже проценты не возвращаются. Нельзя ли в такой ситуации какие-то обоюдные решения находить? Давайте, знаете, как поступим? Я сейчас трубочку передам начальнику отдела. Давайте. Да? Просто сейчас дело в том, что у нее гражданин сидит. Если вы перезвоните минут через 10 и спросите Ирину Викторовну, я думаю, она вам более конкретно ответит на все ваши вопросы. Спасибо большое, Ирине Викторовне. Минут через 10 мы перезвоним. Как раз мы еще успеваем. Спасибо большое. Всего доброго. Так, что ж, давайте позвоним мы дальше по мосту, который в Тельвиску должны строить. А, пока в управляющую компанию, службу по заказчику. Что ж, давайте пока в управляющую компанию. Так сказать, по мелочи пока разберемся, а потом возьмемся за серьезные объекты, такие как мосты, дома. Конечно же, я шучу. Служба заказчика. Алло. Алло. Здравствуйте, это служба заказчика? Да. А, вас беспокоит Мария Владимирова, телеканал «Север», программа «Алло, студия». Мы в прямом эфире. К нам обратились жители улицы дома номер 54А по улице Ленина со следующим вопросом. В пятницу приезжала управляющая компания, служба заказчика, чистить снег с крыши. Почистила так, что разрушила все. Козырьки, ограждения обещали в понедельник приехать и наладить все, но почему-то до сих пор никого не было. Сейчас соединю. Ждем. А вдруг повезет, и нас соединят. Алло, служба заказчика. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, во-первых, представлюсь. Зовут меня Мария Владимирова, телеканал «Север», прямой эфир, программа «Алло, студия». К нам обратились жители дома номер 54А по улице Ленина. В пятницу снег у них чистили с крыши, да почистили так, что сломали все. В понедельник обещали приехать устранить. В понедельник вот уже как после обеда почти, а никто не приезжал. Почему? Я не могу вам ответить, потому что не владею такой информацией. А кто владеет? Я просто бухгалтер, поэтому... А почему? Меня вот забавляют ваши секретари. А кто может ответить? Не знаю, сейчас руководства на месте нет. А когда оно будет? Не могу сказать. А куда позвонить тогда, скажите нам? Посоветуйте, куда позвонить. Звоните через секретаря. Все. А вы можете нас обратно перевести на секретаря? Нет, у нас односторонняя связь. Ага.
Спасибо. Удачных вам просчетов и расчетов за коммунальные платежи. Давайте будем дозваниваться опять до секретаря. Ирина, редактор, я понимаю. Давайте еще раз позвоним в службу заказчика через секретаря. Я вот поражаюсь, вы тоже, господа, да, смотрите нашу программу каждую неделю и видите, зачем-то с бухгалтерией нас всегда соединяют. Непонятно. Режиссер мне в ухо шутит. Не буду вам шутки передавать. Так, там, видимо, уже трубку теперь никто не возьмет. А мы приедем. Приедем в службу заказчика. Что ж, давайте тогда сбрасываем. И будем звонить в департамент ЖКХ и строительства, чтобы понимать, как будет складываться ситуация со строительством моста из города в Кельвиску. Дорога вообще, да, мост. Дорога-то уже вроде бы как там где-то есть. Сейчас мы звоним и будем выяснять эту ситуацию. Жители Кельвиска, я так понимаю, интересуются у нас. Приемная, добрый день. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с телеканала «Север» вас беспокоит. С кем бы я могла пообщаться по поводу строительства моста в Кельвиску? Секунду. Мы ждем. Так, позвоните 212-09. 212-09. И кто там нам поможет? Ну, это отдел, поэтому кто возьмет, тот и... Кто-то поможет. Да. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Давайте тогда дозваниваемся 212-09 и будем выяснять ситуацию. Вот видите, есть доброжелательные люди. Надеюсь, что нас не в бухгалтерию отправили. Звоним. Гудки идут. Так, к сожалению, трубку никто не берет. Давайте попозже тогда перезвоним. Следующий вопрос я отвечу, озвучу. Да, сейчас перезвоним еще по одному номеру. А я пока посмотрю, не задавали ли вы нам еще вопросы. Угу. Да, Трусков. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит с телеканала «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Это прямой эфир программы «Алло, студия». Не знаю, совсем ли я по адресу, может быть, не по адресу. Жители Кельвиска интересуются, когда будет построен или достроен к ним мост. Вот вы можете мне ответить на этот вопрос? Так, вам скажу так. В этом году предполагается перепроектирование этой дороги. Так. Всей дороги, мост, да? Да, всей дороги. Угу. В том числе и мост. Мост не будет понтонный, будет нормальный стационарный мост. Отлично. Постройка начнутся только в следующем году, скорее всего. Потому что там проектирование это около года. Ага, то есть в этом году проект, в следующем, да, скорее всего, стройка. И самое главное, я думаю, жители сейчас услышали, мост будет не понтонный, потому что их очень это заботило. Понтонный мост никому был не нужен. Не понтонный был. Не понтонный. Спасибо вам большое за ответ. Пожалуйста. Спасибо, доброго дня. Вот приятно общаться с такими людьми. Пришел мой коллега Олег Атанзейский. Олег, проходи. Он такой довольный. Что там произошло в чистом городе? Нашли, директор на месте сидел. На месте, да? И что он сказал? Ну, неожиданно подошли. Я, конечно же, немножко был ошеломлен, как мы зашли. Спросили единственный вопрос, когда будут посыпать нормально тротуары, потому что люди бьются, привел несколько примеров, он, оказывается, о них абсолютно не знал. Сказал, что да что вы, люди бьются, оказывается, ну, мы были не в курсе. Песка мало, точнее, песок замерзший. А. То есть вот поэтому. У меня даже слов нет, вот, как бы прокомментировать эту ситуацию. Ладно, пока ты здесь стоишь, я прочту тогда вопрос, потому что в тему «Здравствуйте, почему не убирают с обочин дорог снег?» Я часто с коляской хожу с Качгарта в детскую больницу, и меня поражает количество сугробов. По весне все будет таять, и пройти, как всегда, будет очень сложно. Неужели нельзя весь снег собирать в машины и вывозить за город? Этот же вопрос обо всех кучах снега. Спасибо. Вот чистый город вывозит снег? Ты просто, почему я спрашиваю? Ты очень много общаешься с этими коммунальщиками, с чистым городом.
Вывозят они эти бытовые отходы снежные? Ну, по крайней мере, я не знаю, кто этим занимается, но я видел, что снег вывозят. При этом даже вчера видел. Я шел, прогуливался по лесу и видел, что машины едут в сторону свалки городской и вывозят снег. Угу. В каких количествах, много или мало, я вот, к сожалению, не знаю. Но то, что вывозят, это факт. Кстати говоря, надо сделать нам будет расследование. Я вот даже, наверное, сейчас пообещаю нашим телезрителям, что мы сделаем расследование по вывозу снега. Интересно, объем вывозимого снега в сутки, в неделю. Но норма должна быть на самом деле какая-то. Да. Вот только и какие компании привозят, как они это дело отмечают, да, чтобы граждане понимали, вообще вывозят ли этот снег. Потому что я вам скажу следующее. Вот на улице Выучейского, например, там почистили, и почти ну, большую часть снега, Олег, ты тоже, да, живешь на Выучейского, вывезли, но сугробы все равно остаются. И вот меня тоже беспокоит, не останутся ли они там таять до весны. И я уже такая предприимчивая, сходила в магазин, спросила, когда появятся в продаже резиновые сапоги. На меня посмотрели, конечно, большими глазами, но сказали, ближе к весне придите. Так что вот я думаю, стоит запасаться. Да, насчет еще вот уборки, посыпки тротуаров песком. Он мне сказал, что да, говорит, действительно должны, но пока что мы не можем, не справляемся, потому что песок у них замерзший, и не то, что некому, угу. нечем, наверное, его доводить такого состояния, чтобы можно было посыпать. Сказал, что какая-то техника нынче сейчас в ремонте, как только придет, так сразу будем все выполнять. Поэтому все-таки надежду он дал, я думаю, угу. что в ближайшее время подскальзываться не будем. Угу. Спасибо тебе большое, Олег, за такую работу слаженную. Ты, пожалуйста, далеко не уходи, вдруг у нас служба заказчика есть у нас, которая не хочет с нами общаться. Они на Ленина 54А разбомбили козырьки у подъездов, сломали заборы и не хотят устранять свои такие вот последствия нехорошие. Значит, это намек. Служба заказчика мы звонили, да, к сожалению, там с нами не хотят общаться. Я думаю, там никогда не хотели общаться с нами. Угу. Поэтому в ближайшее время, думаю, можно будет также сделать небольшое расследование. Сделаем, да, я пообещала, что мы приедем. Спасибо большое тебе, Олег, за помощь. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Александр, и ваш вопрос. Да, у меня... Какой вопрос? На следующую передачу, может быть. Давайте. Потому что в эту передачу я, да, так понимаю, нет. вы уже ответить мне не успеете. Ну, время, да, мало остается. Это вопрос такой. Я это местный житель нашего города. Так. Вот. Меня вот все время интересует вопрос. Тут вот задали жители, или жители, или не жители, будет нет дорога на Тельвиску. Там не ответил никто, да? Угу. Я так понял. Нет, мужчина сказал, что в этом году вот проект... Меня интересует совсем другое. Так. Да, вот это вот меня вот интересует. Вот эта вот отсыпка шла, угу. да, я точно не могу, ну, до водозаборного там, угу. охраны водозаборного канала. Прошла отсыпка, ушли деньги, угу. сменился губернатор. Купили понтонный мост, его же купили на угу. эти деньги. Куда он девался, вот этот понтонный мост? Куда угу. девались эти деньги, и где понтонный мост, никто тоже ничего не знает. И почему-то жители спрашивают, а почему? А вот меня лично интересует, кто будет нести вот за это вот уголовную ответственность-то? Угу. Хорошо, вот Александр, этот, да. Бедлам, вот этот хлам. Давайте вот мы... Это же, я не знаю, куда девались деньги, а деньги-то народные, окружные. Угу. Давайте мы к следующей... Действительно, такой вопрос, требующий проработки, давайте к следующей программе мы попытаемся найти на него ответ. Хорошо, ну, вот договариваемся. В следующей программе. Спасибо, спасибо вам. Да, действительно, тема да. интересная, мы попытаемся разобраться. Спасибо да. большое. Спасибо, да. Александр. 2.11.45, мы дозваниваемся. Куда мы дозваниваемся? В соцзащиту. Так, мы звонили уже в соцзащиту, мы все выяснили. Отделение соцзащиты, здравствуйте. Алло. Да. Ирина Викторовна. Сейчас, одну секундочку. Да, я слушаю. Ирина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Это прямой эфир программы «Алло, студия». Ваши специалисты мне уже пояснили немножечко ответ на вопрос. Вот более детально хочется с вами пообщаться. Жители спрашивают, почему с опозданием переходят проценты за ипотеку в рамках окружной программы. Сказали, что в связи с передачей полномочий были некоторые трудности. Да, да? Да. А следующий тогда вопрос. В соглашении, которое заключено между округом и участником программы, прописан срок, что деньги перечисляются до 25 числа каждого месяца. Получается, со стороны, значит, округа нарушают соглашение. Но, в общем, никаких санкций не применяется процентных, да? А когда человек не вовремя заплатил кредит... Чтобы ответно были они нарушены. Ну, после 25 числа люди получают субсидию.
Ну, во-первых, до 25 числа это мы обязаны вынести распоряжение о перечислении, да, и перечислить. Так. Потом ведь еще идет работа банка, да. Угу. И вообще это ведь вещь индивидуальная, у кого-то, может быть, какие-то были, ну, другие моменты, не только... Вот в чем суть, да, вот, например, человек исправно платит кредит. Угу. Он исправно платит, он имеет право каждый месяц получать эти самые проценты. И он получает обязательно. Да, ну с задержкой. Бывает такое, что даже не в этом месяце, а в следующем дадут. Есть такой момент? Есть нет, такой момент. Почему? На основании чего? Нет, ну... Это утверждаете? Ну, потому что я тоже являюсь участницей. Вот позвонила Любовь, она сказала, что 3 месяца уже так получает денежки. Нет, не может быть такого. Единственное, был такой момент, это был январь, передача полномочий, да. Ну, вот я вам скажу, что до вас, когда управление ЖКХ было, конечно, вы сейчас не можете нам отвечать за ЖКХ, я даже вас и не прошу этого делать. В общем, тогда скажите, будут такие сбои, либо когда наладится весь процесс? Нет, весь процесс уже налажен. Был момент сложный в январе. Да, 2 выплаты прошли в начале февраля 3 числа, и сейчас уже еще 1 выплата прошла. Угу. Это самое, вот, все февральские, все по плану, как всегда. То есть... Никаких задержек не будет. Был январь, только сложности были в январе. Да, хорошо, тогда, получается, сроки перенесены раньше, в конце месяца денежки перечисляли, сейчас нет, в начале. Нет, не перенесены. А, тоже в конце? Сроки точно так же, 25-го. Почему объясняю про февраль? Потому что в январе выплаты не было, получили все в начале февраля. 3 февраля было перечисление за январь. Угу. Вот. А сейчас было перечисление февральское. Угу. Оно уже все, оно уже сделано, это перечисление денег в банке. Хорошо, спасибо вам большое. Прошлой недельке. Спасибо вам большое, Ирина Викторовна, за исчерпывающий ответ. Спасибо. 2:11:45 наш телефон, это программа «Алло, студия». Остается у нас буквально 4 минуты. Давайте попытаемся, куда мы еще с вами не дозвонились. Везде мы уже с вами дозвонились, получается, и разузнали ответы. Есть у нас еще один вопрос, тоже он был прислан на сайт, вот о котором я говорила. Он как следствие строительства моста в Тельвиску. Скажется ли строительство моста на развитие животноводства в селе? Давайте в управление ПК попробуем сейчас дозвониться. У нас есть звоночек. Здравствуйте. 2:11:45 наш телефон. Это программа «Алло, студия». Сейчас мы примем звонок. Алло. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Да-да. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валентина. Очень приятно, Валентина. Ваш вопрос. Я хотела бы задать вопросик. У меня отец стоит в очереди по социальной... очереди. Так. Вот и почему-то очень медленно движется вот эта социальная очередь. В городе, да? Он в городе, да, стоит в очередь? Он стоит в городе в очередь по социальной, на социальное жилье. Отойдите, пожалуйста, подальше от телевизора, потому что мы с вами слышим себя и там, и тут. Ага, хорошо, хорошо. Ага, он стоял в очереди на социальное жилье, так. 185-й. Угу. Сейчас он стоит 153-й. Так. Но сказали, обещали же где-то сделать больше жилье, ну, дать людям. Угу. А почему-то очень медленно, я не знаю почему. Хорошо. Защита не дает ответов на эти вопросы. Валентина, смотрите, время программы заканчивается. Мы в следующей программе дадим ответ на этот вопрос. Хорошо, вы только не забудьте в следующий понедельник в 14:10 включить телевизор. Вопрос записан. Следующий понедельник. Да, каждый понедельник. Большое. Спасибо. Что ж, друзья, те вопросы, на которые мы с вами сегодня не успели ответить, ну или в силу некоторых обстоятельств не смогли, вы сами свидетели того, как с нами общаются ответственные лица, мы все равно найдем ответ, и вы услышите ответы на свои вопросы. Я же хочу вам сказать, что это была программа «Алло, студия». Меня зовут Мария Владимирова. Мы с вами увидимся в следующий понедельник в 14:10. Звоните, спрашивайте. Мы будем держать ответ. Всего доброго и будьте здоровы.